1 июня. Вечер. Вот так завершался этот прекрасный для многих детей праздничный день, наполненный улыбками, играми и подарками. Юные зрители с восторгом смотрели на яркие костюмы танцоров, которые исполняли свои номера с особенной грацией и энергией. Сегодня мы хотели абсолютно просто передать свое настроение, показать наш кавказский национальный колорит, выразить все в танце и, может быть, тем самым поднять настроение всем проходящим и гуляющим людям. И это артистам Сиони сделать удалось, по отзывам зрителей. Они достойны высших наград. Все шикарно, все со страстью, с чувством. Вообще вот аж мурашки, волосы дыбом и слезы из глаз. Отличное выступление. Еще самый лучший ансамбль в городе. Пойдем, у нас пойдем, профессиональный хореограф. Замечательно. Есть. И не только хореограф. Танцевальный коллектив «Сиони», образованный в 2012 году на базе Дома творчества детства, уже давно стал брендом. Он состоит из молодых артистов, которые занимаются сохранением и популяризацией традиционных грузинских танцев и культуры. Коллектив активно участвует в различных танцевальных фестивалях в Сочи и за его пределами. Танцы «Сиони» отличаются высоким профессионализмом, красотой и энергией исполнения. Я занимаюсь грузинскими танцами 5 лет. Я выбрал грузинские танцы, потому что нравится и можно показать манеру. Я занимаюсь грузинскими танцами уже 5 лет. Мне понравились их стиль и костюмы. Я уже 4 года хожу на танцы. Мне очень нравится, почему сегодня, потому что я увидела девочек на телевизоре и думала, ну вот, мы тоже будем танцевать, и нас тоже по телеку показывать будут. Руководители коллектива подчеркивают, главная цель не только развитие танцевальных навыков у участников, но и популяризация здорового образа жизни, а также молодежной культуры в целом. Образцовый художественный коллектив, хореографический ансамбль танцев народов Кавказа «Сиони», неоднократный лауреат региональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Стать его частью может любой ребенок в возрасте до 18 лет. Для этого нужно обратиться в Дом творчества «Аэлита». Дополнительную информацию можно узнать по телефону. Номер указан на ваших экранах. Ваня Кабрамян, Александр Киреев. Время новостей.